Итак, всех приветствую, дамы и господа. Сегодня у нас четверг, а значит обновление NextRP. Сегодня у нас получается глобальное обновление, поэтому всем приятного просмотра, всем приятного аппетита. Ну а мы погнали. Заходим в F1, обновление, новые кейсы, Горец Форсаж, обновление ограбления и кассации. Порядок ограбления изменен, а именно, для ограбления необходимо связать инкассатора с мешком денег. Доход обналичивания мешка инкассации увеличен. Грабить можно только живого инкассатора с мешком денег. Поясню по инкассации, мы сегодня уже тестили на стриме, кто не видел, можете глянуть. То есть, когда он идет именно с мешком, вы должны его ограбить, то есть связать, потом через менюшку ограбить, потом мешок вам дается. И с этим мешком вы едете в бункер и там продаете этот мешок, точнее обналичиваете, там метка есть такая. И за один мешок дают 30 тысяч. Поехали дальше. Петрушка ушла. Все плантации петрушки были уничтожены болезнью, но криминальные авторитеты нашли замену выращивания картошки и производства чипсов. Посетил лабораторию, чтобы на досуге. Это тоже мы на стриме чекали, получается. Вместо петрушки просто стали чипсы. У тех, у кого была закуплена эта петрушка, там типа уровни были, цехов, все осталось. Просто вместо петрушки у вас стало чипсы, то есть поменялись. Так что не переживайте, ничего у вас не пропало. Перенос был рынка. Был рынок, перенесли в МСК. Я попозже ставлю вам, получается, ставку, но это для меня будет попозже, а у вас сейчас будет. Как, куда перенесли и куда именно поставили. Так, вот подъезжание, получается, было рынка новому. Теперь все низкие классы будут подаваться вот здесь. Тут заходите, мне нужен человек, но я пока не могу. И продаете правки со стажерами. То есть были внесены... Так, если лидер выгоняет стажера, то он не может вступить в любую фракцию 72 часа. Если стажер вышел из фракции сам, то он не может вступить в любую другую фракцию 1 час. Кстати, это стали очень удобно сделали. Стажеры больше не могут доставать людей из транспорта. Отображение фракции у стажеров. Теперь у каждого стажера будет именно к какой фракции он относится. Инструменты фракции. Так, ну тут добавили ДПС, добавили дежурство с радарами. Я вам тоже ставлю отрывок, если найду ДПСника. ППСник в расследовании изменили. Ага, во всей дезинфекции заключенных, это типа, там человек подходит к клетке, забирает заключенного, выводит на улицу и водой его поливает. Армия поиск сигнала. Это кто в армии, можете глянуть. По этим я не знаю, что именно как. Потом ребаланс некоторых работ. Я тестил дровосека. То есть за третью компанию я получил 3500. Не знаю, я не работал на ней, поэтому скажите сами, что именно изменили, в комментариях напишите. Летчика у меня не было прав на самолеты, я не протестил тоже. И уникальный контент. Что у нас по уникальному контенту? То есть Toyota Land Cruiser, Panamera, Beha и Drifter. Прикольная, кстати, тачка. Номера батя, любовь, сеть, все понятно, тут донатик. Потом акции. У нас ничего. И теперь у нас, смотрите, распродажа. Все те тачки, которые были, помните, с премиум, только можно было купить в автосалонах, они показывались. Теперь их там нету, а они находятся именно здесь. То есть автосалоны их убрали. Это не новые тачки, это все те же самые тачки, которые были. Просто теперь они именно здесь будут отображаться. Если у вас есть премиум, вы можете их по скидке купить. Вот, допустим, черная молния, да? Она стоила 500, теперь стоит 449 рублей. Потом, что вам еще показать? В казино я уже не поеду. В казино добавили бет-тайгу в лотерею новую. Ну и все. На этом, думаю, по обновлению все. А, надо мне на кейсы показать, да, еще? Вот кейсы. Вот такие вот. И я вам не показал еще исправление багов, получается. Вот такие вот исправления. Так что все, на этом, думаю, будем заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Ставим лайки, дизлайки, ну и подписываемся на канал. Пока-пока.